way to get it started, good way to finish it for you. Как ты считаешь, сначала до конца, типа, хорошее начало, хороший конец для игры? Как ты оцениваешь, как ты ощущаешь? А Вечный отвечает, типа, ну, я думаю, что мы сыграли в целом хорошую игру. Да, было, конечно, несколько ошибок, которые мы допустили, но, тем не менее, мы закончили хорошо. Ну да, это непростая победа, которая нам далась, как бы, победа была очень непростой. Мне один тоже вопрос задают, что, типа, а как ты оцениваешь эту игру? То, что это у вас хороший был тревел-лид, то есть, ввели в 2-3 гола, но... Или ты считаешь, что вы, как бы, наоборот, вернулись и смогли? И он отвечает по стандарту, как обычно, одно и то же. Он говорит о том, что, ну да, мы, все нормально была игра, просто где-то неудачный отскок, где-то неудачно прыгнула шайба, сделали пару ошибок. Но, тем не менее, мы собрались в конце и, как бы, довели игру до конца. И уже в конце держали шайбу так, как надо, чтобы... закончить игру как надо. Пошел как вам церемония, на что Саша отвечает, что о, да, говорит, когда я там видел видео, у меня Сережа, то есть сын его сидел, говорит, на плече, и поэтому мне было не так просто, говорится, смотреть на экран и в то же время следить за ним, вот, но это было очень приятно все, для меня это очень, как бы, многое значит. И так далее и тому подобное, то есть он, как бы, это все благодарит. Они сказали, что, ну, как бы, ты считаешь, что там, типа, шуткой по-английски сказали, дуринг, Сергей стол и шел, типа, он, как бы, украл шоу, все, это самое, со своим, то, что он там послал воздушный поцелуй, он говорит, а, о, да, там точно это самое, что он, как бы, это было очень приятно, ну, про сына там говорит, то есть он, что, да, типа про Сергея, о том, что вот, да-да-да, он за ним наблюдал, там это самое, все там на него смотрели, типа, про это рассказывали. Washington Capitals, Dan Leonsis. The president of the Washington Capitals, Dick Hattrick. Alex's wife, Nastya Ovechkina, and their son, Sergei. To celebrate this monumental occasion, please turn your attention to the video board for a special tribute. In honor of Alex's 700th career NHL goal, the National Hockey League is presenting Alex with this commemorative Tiffany crystal. In addition, the Washington Capitals are proud to present Alex with a unique, customized U-Blow Big Bang Unico Titanium Watch commemorating his 700 career goals. Ladies and gentlemen, let's hear it one more time for your captain, the great Alex Sullivan.